Так, ребят, рассказываю, как загружаем видео с компьютера на свой канал YouTube. Открываем свой канал YouTube, вот мой канал, да. Так, вот это мой канал, который я создала специально, значит, по этой теме. Что мы делаем? Заходим вот этот значок, создать видео или запись, добавить видео. Так, значит, выбрать файл, нажимаем, да, и, значит, открывается папка там, где у вас хранятся, например, видео по данной теме. Мне нужно загрузить именно вот это видео, вот последнее Нинина, да, с чего начать бизнес-школу для новичков от моего спонсора Нины Зибировой. Вот, значит, я нажимаю и открыть. Все, началась загрузка. Вот, смотрите, загружено 100%. Обработано 0, сейчас она загружается. Значит, дальше, что мы здесь обязательно должны сделать? Пока загружается, мы можем оформить как раз сведения о видео. Значит, название у нас есть. Расскажите о том, расскажите, о чем ваше видео, описание. Для этого, для того, чтобы каждый раз не сочинять или там взять какие-то основные моменты, я уже еще раз как бы открыла свой же канал. И, например, сейчас вот открываю любое видео, которое мне нравится, где мне нравится описание, да? Ну, короткое описание, и все должны быть ваши ссылочки. Вот, например, да? Например, о том, что о чем будет рассказано видео, очень коротко, да, и обязательно ссылка для регистрации ваша. Обязательно мне нравится такая фраза, что перед регистрацией в компании позвонить мне и все остальные контактные данные. Что я делаю? Я просто вот это копирую. Перехожу опять там, где у меня видео загружается. И вот сюда в описании я вставлю. Пигар это вставить. В любой момент можно все это отредактировать. Например, так, дальше. Дальше пока загружаю. 99% обработано. Смотрим, что еще. Значит, значки мы чуть позже поменять можем. Выберите плейлист. Плейлист. New Millennium я выбрала. Окей, нажала. Чтобы по теме все было. Ролик не для детей. Ставим галочку. И вот смотрите, другие параметры и теги. Также открываете. Так, это я пропускаю. Вот мне нужны теги, значит, главное, да? Опять также перехожу на свой же канал. Ну, там, где я могу взять теги. Так, это нам... Вот, где я могу взять теги? Теги. Вот они, вот, видите, написано теги. И тут две таких, копировать все. Две таких квадратика, два квадратика. То бишь, я один раз написала эти теги, чтобы 15 раз их не переписывать, не терять время. Мы их скопировали. Зашли на канал, который на видео, где мы загружаем. И ставим теги вот в это поле. Не скопировалось. Угу. Так, ставим. Ставить теги. Вот видите, они автоматически все здесь вставились. Дальше. Что еще тут нужно? И язык, и субтитры, например, можно поставить. Также выбрать русский язык. Так, выбираем вкладки. Летающие вкладки. Русский, так русский. Хорошо. Вот, место съемки и так далее, это, ну, не обязательно, потому что это, в общем-то, не ваше видео. Вот. Вариант. Почему субтитры? Значит, я тут ставлю, что субтитров нет, потому что этот контент никогда не транслировался по американскому телевидению. Дальше. Смотрите, самое важное. Вот здесь лицензия и распространение. Если вы не поставите, как бы пропустите эту вообще момент, этот момент, да,
то у вас автоматически поставится стандартная лицензия YouTube. То бишь она как бы запрещает копировать, да, и выкладывать на свои каналы чужие видео. А лицензия Creative Commons с указанием авторства, она как раз дает вам эту возможность, во-первых, если вы разрешаете свое видео выкладывать на чужие каналы, да, то вы ставите как раз лицензия Creative Commons. Все. Ну, так как у нас, например, в команде, да, наоборот, нужно больше и больше как бы распространять информацию, да, и больше ее знать, то поэтому как раз вот это для нас и нормально. Категория путешествия я выбрала. Бизнеса тут нет. Был бы бизнес, я бы еще бизнес поставила. И смотрите, написано: обработка завершена. Вот. Вот так выглядит, да. Теперь смотрите, поднимаемся наверх. Опять, да. Мы можем вот эту заставочку, видите, поменять. Она может быть вот как варианты, либо загрузить значок. Это если у вас какое-то там фото вы хотите вот вообще отдельно. Вот смотрите, если я вот так нажму, то будет вот такой вид у нас, да, какой вам больше нравится, такой и делайте. Мне больше нравится, например, наверное, вот этот, пусть будет вот этот, да, хотя, по идее, с чего начать бизнес, ну-ка, если так, нет, пусть картинка будет, картинка лучше смотрится. Дальше. Что еще здесь? Смотрите, это у нас первый, видите, сведения, видение, первая часть. Дальше, дополнение нажимаем. Здесь у нас тоже добавить конечную заставку мы можем и подсказки. Тоже очень хорошие инструменты. Нажимаем добавить конечную заставку. Теперь смотрите, у меня есть видео, которое я раньше загружала. И для того, чтобы они все были связаны, вы в конце видео, например, отсылаете на следующее видео. Каким образом? Что мы делаем? Добавить элемент нажимаем. Я выбираю, например, видео или плейлист. Создать. Самое новое. То есть вот последнее, которое было загружено, например, пусть оно будет ссылка на него. Так как у нас все они тематические, да, то все по теме, то все оно нормально, все логично. Теперь вид. Так, вид. Использовать шаблон. Смотрите, вот как будут выскакивать. Например, вот это в конце, тут вот видео следующее, а это здесь ваша как бы это самая аватарка. Ну, мне нравится вот это. Я выбираю последнее. Так, выбрать. Угу. Заменить. Нет, не надо. Вот, вот так оно будет выглядеть. И вы можете просмотреть, как это будет технически. Вопросы по недвижимости, вот. Они вам будут благодарны. Видите? Ну, а Вселенная вознаградит вас очень высокими финансовыми... В конце выскочило, значит, как благодаря купить недвижимость вам. В Испании, да, подписаться, и следующее выбранное видео, которое вы как бы тоже рекомендуете. Нас все это устраивает. Нажимаем «Сохранить». Выберите плейлист. Так, что-то там... Сейчас, пауза. Так. Угу. Вот это, наверное, мне надо, да. Так. Что-то... Изменить элемент. Что ему надо? Самое новое. Так. Ну, бывает, видите, не сразу... Так, ну-ка, сейчас попробуем. Все, видите, написал. Готово. Отлично. И дальше. Перейти в новую творческую студию, то бишь еще раз вернуться на один шаг.